Пострадавший дом ремонтируют, погорельцам ищут жилье. В администрации поселка Белый Яр рассказали о последствиях крупного пожара. В воскресенье на улице Маяковского, 24Б, сгорел двухэтажный аварийный дом. Без крыши над головой остались около 50 человек. Рядом стоящее строение получило повреждение кровли, но от огня не пострадало. Накануне комиссия обследовала конструктив, и уже во вторник начались ремонтные работы. Из 12 семей, потерявших дом, в отношении одной готовятся документы на предоставление помещения из маневренного фонда. Еще как минимум две нуждающиеся семьи раздумывают над тем, чтобы арендовать недвижимость. Администрация Сургутского района предоставляет компенсацию в 15 тысяч рублей за найм квартир. Кроме того, пострадавшие от пожара по-прежнему нуждаются в вещах. Жители Белого Яра, Сургута и ближайших поселков откликнулись на призыв о помощи. Несли вещи новые, предприниматели несли вещи новые, которые у них в магазинах были. Новое постельное белье, одеяло, подушки. Эти вещи, очень многие подобрали себе вещи и насильные, и вещи, и постельное белье. Вот то, что к вечеру на 5 часов было в администрации, практически все разобрали. Но сбор вещей продолжается. Вчера вещи несли, уже даже администрация была закрыта. Мы дали разрешение, чтобы вещи передавали сторожу.